Всем здравствуйте! Екатерина Андреева написала открытое письмо в соцсети, чтобы внести ясность о том, сколько ей лет. Ведущая возмутилась тому, что в сети постоянно путают ее возраст. Она отметила, что Википедия неправильно написала ее возраст. Екатерина Андреева возмутилась тому, что данные в статье о ней продолжают оставаться без изменений и вводить в заблуждение широкую аудиторию, что подрывает авторитет Википедии. Теледива отметила, что ориентируясь на их фальшивую дату ее рождения, она в этом году будет получать поздравления с круглой датой, которая не имеет к звезде отношения. Екатерина Андреева заявила, что неоднократно обращалась с просьбой изменить дату ее рождения в статье, но ВОЗ и ныне там. Она предложила всем сомневающимся в ее возрасте обратиться в отдел кадров, чтобы получить подтверждение ее правоты. Уважаемая Википедия, непроверенная информация, опубликованная в статье, продолжает оставаться без изменений и вводит в заблуждение широкую аудиторию. Ориентируясь на вашу фальшивую дату моего рождения, я в этом году буду получать поздравления с круглой датой, которая не имеет ко мне отношения. На протяжении длительного времени, а точнее с того момента, как появилась статья обо мне, я пытаюсь добиться указания моего точного года рождения, гневается Екатерина. Знаменитость выразила надежду на то, что справедливость все-таки восторжествует, и Википедия внесет правки в свою статью о ней. Екатерина Андреева заявила, что родилась в 1965 году, а вовсе не в 1961. Отметим, что Екатерина Андреева прекрасно выглядит. Поклонники недоумевают, как ведущей удается оставаться на протяжении долгих лет такой молодой и красивой. Звезда рассказывала, что много времени уделяет спорту и следит за своим питанием. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.